Всем привет! В общем, сегодня вышел казус. Выехал я на рыбалку. Вот эхолот взял, аккумулятор. Квок взял. Червяков взял вот тут вот всяких. Вот ничего не замечаете? Все нормально в лодке, да? Чем ловить-то я буду? Ловить-то мне нечем. Снасти я все забыл дома. Все-таки правду говорят, что паркинсон лучше, чем Альцгеймер. Ибо проще и не так болезненнее пролить 50 грамм, чем мучительно вспоминать, куда заныкал пузырь. Как-то так. Ну что делать, поплыву домой. Половил, называется. Засим всем пока. Вот такой я сегодня лошар.